Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду катать катки в Brawl Stars. У меня зависает интернет. Прошлую запись я удалил, потому что по некоторым причинам у меня не записался звук. Я скоро пойду в школу, поэтому видео будет коротенькое, там где-то 10 минут. Просто буду в нокауте сегодня. Динмаг, кстати, против нас он скилл, а все остальные норм. У Тусту есть гаджет. Ну и просто я сразу сейчас отключу. Но лагает. Почему лагает? Стул достал. Хэштег стул достал. Так, красавчик. Изи. Блин. Да как? Сразу двоих. Ладно. Пофиг. Погнали еще раз. Так, запись у меня. У меня звук есть? Да, звук есть. Так. Я начал, кстати, делать заставочки теперь. Теперь у меня после не будет какой-то там отрыв. О, хорошо, они пошли. О, лагает, невозможно играть. Вот просто как я хожу. Вот смотрите, как я иду. Сейчас нормально. А, я последний против Гейла остался. Я умею прыгать, прикинь. Я умею прыгать. Как лагает. У меня еще и FPS лагает. Бэм! Как лагает. Боже мой. А-а-а! Достало уже. Если у меня так опять будет зависать, я не буду больше снимать. Я вообще хочу запись. Не надо выиграть, сори. Не надо выиграть из-за этого дура. А чё сейчас не лагаешь, когда мы выиграли, а? Вот опять началось, чё? А до этого, когда мы выиграли, чё, не могло лагать? Прилагать. Ох. Не, я Brawl Stars удалю оригинально. Внусы так не лагает. Так, ладно, ульту не буду тратить. Лови я атаку. Бам, минус на ней. Да кто еще там пишет? Пожалуйста, да где ел? Если у тебя ел убрать, а, точнее, ле убрать просто, вот будет лучше. Все, имба. Все, если лагать, я пойду в одиночную, чтобы если, что наверняка. Если наберется 3 лайка, то я пройду матч. 3 лайка, я думаю, это уже будет как бы хорошо, потому что 3 лайка, ну, нормально. Пока что хорошо будет для нас. Я хочу набрать 50 подписчиков, чтобы делать стримы. И на стримах будет раздача. У меня за удачу теперь упала такая... Как она там? Сейчас скажу. АКР-12. За одну голду с половиной. И у меня есть еще граффити за 2,5 голды. И есть, как оно там, МП5 за 1,5 голды тоже. У меня все, короче, с половиной. Как лагает. Не, я просто разваливал. Тут нет никого? Нет, все. Так, не буду крысить, чтобы вам контентик не портить. Как бы я же люблю контентик, и вы любите контентик. Поэтому я сейчас умру.
Бам! Бам! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бам! 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 Все, изи. Все, наверное, это будет, кстати, последняя катка. Видео выйдет, ну, такое, как блиц. Потому что лагает сильно. Сильно прям лагает. Зачем я пушу? Зачем я пушу? Кстати, у меня атака длиннее, чем у нее. Я быстрее, чем она. Это хорошо, это радует. А я могу так? А, нет, не могу. Я думаю. Какой же я unskill? Какой же я unskill? Пау! Пау! Да, а все, я unskill, да. Надо было на нее идти, а не против нее. Я просто unskill. Unskill. Давайте еще одну карточку, чтобы прям не коротенькое видео было, а такое, нормально, нормально. Средненько. Так, я пойду к третьему уроку. Кстати, нам сегодня повезло, у нас заболела учительница. Ну, это, конечно, плохо, но мы пойдем к третьему уроку. Прослушайте текст и не и пишите изложение. Вам нужно выписать главное. Понятно. Тарочка у нас. Тарочка. Три тарочка. Потому что у нее... Да блин, достали! Мы банки воровать! Вот не надо, у тебя ник даже это говорит. Не надо. Тебя сейчас Бия убьет. Да и затимимся, Бия. Я против Тима. Но я хочу с тобой против Тары. Ах, крыса, крыса, просто крыса. Понятно. Просто... Бот, 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 бот. Просто бот. Я кидаю дизы только когда типа, меня кто-то либо разбесил. А что у меня начал мизинец чекатиться? Сейчас мы, знаете как? Бам, 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 бам. Бам, бам, бам. Даем, раздаем просто. Бам. Кстати, я теперь... Бам! Тарочка, тарочка, сосарочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно. Хорошо, хорошо, идем. Тарочка, рарочка. Тарочка, рарочка. Тарочка, рарочка. Тарочка, рарочка. Тарочка, рарочка. Где моя Лего? Просто забираем двоих сразу. Бам, бам, бам. Все, изи катка. Изи катка. Все, надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам only побед во всех ваших играх. Чтобы там во все, короче, чтобы у нас в жизни все удавалось. Поставьте, пожалуйста, лайк. Я не буду просить никогда на своем аккаунте ставить лайки, подписываться. Я просто буду говорить, на сколько подписчиков я буду делать розыгрыши там. И это типа, ну... раздачи. Я не буду просить. Вот единственный раз прошу подписаться вас и поставить лайк. Больше на моем аккаунте я никогда не буду просить поставить лайк и подписаться. Это моя клятва. Все. Всем спасибо. Всем пока. Надеюсь, вам понравилось.